Сегодня в Алматы президент Франции Франсуа Олланд выступил с лекцией в стенах Гламур-Дассе. В зале собрались представители дипломатической элиты, ректоры вузов и студенты. Франсуа Олланд подчеркнул, что Казахстан и Франция должны сотрудничать не только в экономике и бизнесе, но и в культурном плане. Напомню, накануне главы двух государств подписали документ, который позволит абитуриентам учиться в вузах Казахстана и Франции. К слову, сейчас ежегодно там обучается около 400 наших студентов. Планируется, что эта цифра удвоится. Франсуа Олланд также рассказал, что в Париже на площади Пале-Рояль установлены казахстанские юрты и проводятся выставки, посвященные Казахстану.